Доброе утро, друзья. Мы снова на канале Грибоискатель. Пару лисичек в руках уже. Поехал в свой лесок, в котором был пятницу. А сегодня понедельник, прошло 3 дня. Я думаю, что за 3 дня должно нарасти что-то. И смотрите, какой красавчик здесь появился. По-моему, свежак. Немножко корявенький, но белый гриб. Шляпа твердая. Здесь ножка немножко мягкая. А шляпка хорошая будет. Отлично. Хорошее начало. И лисички, и беленький. И моя корзиняка. Ну что, корзиняка, готова? А вы, друзья, готовы? Я надеюсь, у меня будет чем порадовать вас классными находками. Так что вперед. Лес у меня только начался. Идем вперед и смотрим, что здесь будет. Пока не густо, друзья. Но зато попадаются лисички. Хорошенькие такие. Вон еще. Вот так вот уже поприятнее. Здесь прям малыши. Пускай подрастают. Да. Вон они еще. Так мы сорвем. Вон я еще вижу желтенькие. Лисички здесь появились. В прошлый раз не было, кстати. Отличная новость. Вот так вот. Друзья, вот этого товарища, скорее всего, я пропустил. Вот. 3 дня назад. Шел уже кабан. Ну а где же его меньшие братья? Походив рядом с большим кабанчиком. Смотрите. Тут такая травка какая-то, как лиан, да? Вербенник, может. И вот он. Вот и шарик попался. Молодой. Вот они. Они начинаются. Вот это да. Дубовый беленький грибочек. Это мы с удовольствием забираем. Блин, запах. Ой, обалденно. Я опять хочу ту же ореху в сметане с луком. Так вкусно получилось. Я теперь буду так чаще готовить. Почему-то я раньше так не делал. Обалденный вкус. Так что берем и идем дальше. Кушариный лес. Акация. Дуб. Такой темненький. Вот смотрите. Вот что главное в этом лесу. То, что попадаются вот такие грибочки беленькие, шариковые. Так, крупных грибов я больше не вижу. Да и вообще это, так сказать, 4-й гриб, с учетом большого. А, 5-й еще был гнилой один. Ну, как бы есть грибы-то. Я надеюсь, будут и большие находки. Ого, борщевик. Есть место, где я в прошлом году таких красавцев нашел, друзья. Ой. Если не забуду, здесь вот ссылочку кину на тот ролик. Такие были грибы. И вот в прошлый раз не было, а сейчас появились, я вижу. А может быть, я в прошлый раз не заметил, потому что, знаете, какие большие. О, вот какой. Ну, не знаю. Может быть, шляпка и неплохая. Потому что, смотрите, смотрится чистенько. Я его возьму. А вот второго что скажет? Второго мягкая нога. Он постарше. Ой, эти жуки побежали. Уховертки. Ну ладно. Что есть, то есть. Вот такой грибочек здесь есть. Забираем. Борщевик. Все в борщевике. И смотрите. Прям в борщевике. Вот она. Он, кстати, его слизь. А вот он, грибочек. Вау. Фу, как он легко-то. Ой. Ну вот этот гриб, конечно, шикарный. А, Лилька не хочет на борщевик слазить. Тоже, наверное, не любит его.
Ой, грибочек. Вот это уже зачет. Борщевиковый. Новый вид. Боровик борщевиковый. Жалко, друзья, лес зарастает борщевиком. И нету от него спасения. Он все больше и больше распространяется. А тут такие грибы. Вон, смотрите, видите сколько? Вот борщевик, вон там стоит. Вон там. Красавец. Ну все, друзья, пора мне выходить. Сегодня такой вот грибной тур. Грибов немного. Меньше, чем в прошлый раз я здесь нашел. Но все равно они есть. Так что... Какие дела? Я думал, будет больше. Ну ладно. Значит, еще дождик не пропитал как следует землю. Все будет в будущем. Мы обычно здесь, кстати, в июле косим. А сейчас на дворе понедельник. Какое число-то? 17-е, наверное. 17 июля. Отлично. Во. Разложил грибочки. 5 штук. Вот этот точно хороший. Вот этот. Это молодые. Я думаю, жареха будет. О, а это что я не заметил, друзья? Под березой какая-то стоит. Он уже плохой. Не заметил. Так что, вот этот, конечно, классный. Ладно. Что есть, то есть, друзья. Пора на работу бежать. Эх, когда уже отпуск. Все, работа да работа. Надо и отдыхать когда-то, да? Ладно, друзья, до новых встреч. Хотя мы еще с вами пожарим эти грибочки. Чего я с вами прощаюсь все время? Раньше времени, да? Сейчас пожарим, попробуем на вкус. Потому что, о, сметане, как вкусно оказалось вообще. Оля, красота. Кругом ромашки. Не вяник. Я убежал. Ну, друзья, теперь пора приготовить уже беленькие грибочки и вот лисички и один подберезовик. Была полная сковородка, друзья. Уже ужарились 3 раза. Вот тебе и грибочки. Запах-то обалдеть. Сегодня добавлю лук и чеснок. Жариваем. Лучок и чесночок, да золотистый курок. Грибы так немножко в сторонке. Обжарился лучок, чесночок, перемешиваем. Грибы пожарились, добавляем сметану. Ну все, готово. Будем пробовать на вкус. Ну что ж, грибочки в сметане с луком и чесноком готовы. Остается их попробовать. А вот и едок. Сегодня, в общем, и с утра, и вечером за грибами. Лето. Попробуем. Прям сразу вкус. Обалдеть. Вот это способ. Сметане обалденно. И лисички, и белые грибы. Ну тут белые вкус дали. Хотя лисички тоже хорошие. Божественно, друзья. Ой. Отличный способ, так что попробуйте, если еще не пробовали. Ой. Ставьте лайки, друзья. Следите за новостями. Берегите здоровье. Всем счастья, удачи и полных корзин грибов. Увидимся в следующем ролике. До новых встреч.